Друзья, всем привет! Вы на канале тот самый шашлычок. Готовить сегодня буду чалагач в традиционном армянском рецепте. А что нам понадобится? Первым делом давим лук на дно посуды. Солим лучок. Зира, хмели сунели, черный перец молотый, красный острый перец, паприка, чебер, цитрон. Также нам понадобится минеральная вода, любая. Размешиваем вместе все с луком, специи, соль. Все это размешиваем. Тщательно давим. Мариноваться чалагач у нас будет 4-5 часов. Торопиться нам некуда. Также каждую сторону солим. Теперь мы это все смешиваем. Втираем наш чалагач, лучок, специи. Делаем такой легкий массаж ему. И с другой стороны также. Вот, и заливаем все минералочкой. На эти вот 7 кусков 1,5 литра минералки. Все уходит мариноваться на 5 часов, как я уже и говорил. Далее встретимся на мангале, когда будем жарить. Будем делать соус, так как лук нам в чалагаче не нужен, он все равно сгорит. Соберем его. Будем делать соус. Обжариваем лучок, добавляем томатную пасту, немного добавляем того маринада, в котором мариновался чалагач. Со специями. И все это тушим. Добавим немного соли.
Последний штрих для нашего соуса. Мелко нарезанный один зубчик чеснока, крупный. Немного мелко порубил петрушки. Все перемешиваем. И шикарный соус для челогача готов. Челогач на шампурах нанизил на один челогач два шампура, чтобы удобно было, не слетал, не свисал, не перегибался, и удобно было переворачивать. Челогач готов, получается у него чуть больше средней готовности прожарки, сочный, крови нету, вкусный, ароматный, шикарный челогач. Приятного всем аппетита, с вами был я, тот самый Шашлычок. До скорых встреч и новых видео. До свидания.